транспортному плані Покровськ досить напружений. Потік автомобілів на вулицях, які розпланувались більше 50 років тому, в рази перевищує їх початкові можливості. Машин багато, місць для паркування мало, їхати в дві смуги практично неможливо. Навіть на вузьких вулицях безліч припаркованих на узбіччях автівок. Одним словом, пішоходам не позаздриш. Здравствуйте, ви переходите на красний світ. За себе не боїтесь? Не боюсь. Насколько корректны водители, когда вы переходите дорогу? Ну, бывает, что пропускают, бывает, что приходится пропускать самим, чтобы не идти по-разному. Ну, когда как. Если, ну, короче, водители иногда не уступают пешеходам. Понятно, спасибо большое. Скажите, пешеходные переходы в городе расположены удачно? Ну, там неудачно. Почему? Там как-то, не знаю... Я думаю, если эти самые светофоры водители плохо видят. Один так стоит, другой так стоит, не поймешь. Вообще водители корректны на дороге? Здесь да, а там нет, по трассе нет. Невозможно ходить, то есть нет ни светофоров, это ну непорядок, надо ставить. Насколько водители корректны по отношению к пешеходам? Ну, если это касается города, то здесь уступают дорогу. Если это касается Днепропетровской улицы, ну, которая там, то нет. Там очень долго приходится стоять с коляской, с ребенком. Тяжело. Не факт, ты будешь идти, один пропустит, а другой будет обгонять и собьют, и все. Ну как, светофоры, наверное, надо поставить. Есть в городе какую-то... Разметки нет. Лежачего полицейского поставить. До слова, досить спокійно оцінюють поведінку пішоходів і водії. Більшість вважає, що вони досить розумні люди, тому рідко скоюють правопорушення. Насколько корректны пешеходы? Как участники движения? Ну, молодежь бывает втыкнет в телефон, а так вообще нормально, не жалуюсь. Разные бывают, конечно. Кто стоит, выйдет посредине, стоит, стоит, назад пойдет. Тут пропускаешь, машешь, чтобы прошел, а он стоит. Как ведут себя пешеходы? Вялые. Вялые. Идут как будто по Бродвею. Надо бежать. Ну, чуть-чуть быстрее надо ходить. Тем более, если поток в городе машин большой, надо чуть-чуть побыстрее. А ось пішохідними переходами водії в більшості своїй невдоволені. Надто близько вони розташовані до перехресть. Служба, що визначає місця для їх встановлення, знаходиться у Краматорську. В обов'язки фахівців входить вибір оптимальної частини дороги, перетинути, яку буде безпечно для пішохода. Міська влада зобов'язана дослухатись до думки професіоналів і виконати їх припис. Фахівці, мабуть, переконані, розташування переходів поруч з перехрестям – найкраще місце для зустрічі людей і машин. 50 на 50, я так думаю. На мой взгляд, что многие пешеходные переходы надо переделывать обязательно, потому что они находятся в непосредственной близости от перекрестков. На мой взгляд, это неправильно. Тем более, учитывая интенсивность движения в городе, сейчас ведь транспорта намного больше стало. Это тоже надо учитывать. Валерій Віталійович готує запит на встановлення лежачих поліцейських на перехресті вулиці Центральної з провулком Університетським. У планах ремонт цих конструкцій, пошкоджених після зими, а також установка нових. Водії ж радять оновити розмітку на міських дорогах, у тому числі на зебрах. Бо після зими їх абсолютно не видно. І мають свій реєстр найбільш невдалих пішохідних переходів. Зараз пішохідні переходи дуже погані, дуже погані. Тобто їх практично не видно. Найнеудачний пішохідний перехід в місті? На Лазурный, Шахтерский, Южный. Возле центрального рынка. Там надо что-нибудь придумать, не знаю, там подземный переход, потому что там постоянно пробка, постоянно очень много людей. Там нужно что-то решать, потому что иногда приходится далеко объезжать, чтобы не ехать по этой улице. Хотя бы немножко по правилам, чуть длиннее на 5 метров этот поворот сделать, от перекрестка. Самый неудачный пешеходный переход в Покровске? После рынка. Нам надо делать светофор, потому что невозможно. Пешеходные переходы не всегда удачно. Особенно на Москаленко. Возле самого перекрестка пешеходный переход. Если поворачивает автобус, люди пешеходы, и все, перекрывается все движение. Поэтому не всегда. И не всегда есть они. На Артема для детей нету пешеходных переходов. Влада обіцяє розмітку оновити до 1 травня, але навряд чи допоможе це тим водіям, які вирішили побалакати прямо на пішохідному переході. У них серйозна розмова, тож нехай весь світ зачекає. Не допоможе жодна зебра, світлофор чи дорожні знаки ось таким пішоходам. І це вулиця Захисників України, апріорі місце інтенсивного руху машин з високою швидкістю. Девушки, вы переходили часть дороги на красный свет. Не боитесь за свою жизнь и ребенка? Я имею в виду ту половину.
А мы разве переходили? А, на Красную, да, точно. Да, не боитесь? Ну, боитесь, но посмотрели, что нету. Глянули, машин нету, и мы пошли по этому. Частенько так? Не-не-не, соблюдаем правила движения. Ще одна категорія пішоходів – молоді люди в навушниках або з телефонами в руках. Всі вони живуть за принципом – пішохід не просто правий, а й, мабуть, безсмертний. Девушка, а вот вы с телефоном переходили дорогу и еще не загорелся зеленый. Вы не боитесь за свою жизнь? Да, я мне просто очень сильно спешу, поэтому как бы, ну. А потом водители виноваты. Не, я аккуратно, не переживайте, никто не был бы виноват. Частенько так делает? Не, это первый раз, просто потому что правда спешу. Ніхто не ініціюватиме перенесення пішохідних переходів, так само, як і одностороннього руху центральними вулицями. Отож, в умовах транспортно напруженого Покровська максимально уважними та взаємно ввічливими варто бути усім без виключення учасникам дорожнього руху.